товарищей наших с партии Алга, ДВК. Забрали, в опорный пункт увели, закрыли там. Сегодня мы, активные граждане, решили вместе с нашим народом, людьми города Тарас, почтить память репрессированных. И пришли с фотографиями репрессированных в сталинское время и тех людей, которые сейчас являются политзаключенными. Но, однако, прокуратура вместе с сотрудниками ДВД забрали наших всех сотрудников и закрыли в ОП-13. Но меня не забрали, потому что я была с корзиной. Сейчас почтим память. Уже без фотографий политрепрессированных. Бесед, все время тут. Не платят.